Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Продолжаем играть за зомби. И у нас будет... Ага, зубостезила. Большой рот, большая проблема. Так, за кого бы нам сыграть? Может быть, выбрать... Супермозга здесь, а? Давай-ка я за него, наверное, сыграю. Именно за него. Попробуем, ребят, посмотрим. Если не получится, будем брать кого-нибудь другого. Ну, по мне, так зубостезила не очень сильный персонаж. Ага, вот что нам дают. Вот это можно, наверное, поменять. Блин, у меня нету первого хода, к сожалению. И это немножко меня расстраивает. Опачки, сразу же Бонг Чуя вызвал. То есть три в лицо мы получаем. Сразу как с куста, блин, а. Чтоб тебе. Ну ладно, мы с тобой тогда выставим вот этого паренька. И еще Бонг Чуя. Ёпрст, это... Может, хватит уже, а? Так, что у нас? Ага, мы можем с тобой поставить, ну, в принципе, беспилотника. Беспилотника, да? Давай-ка, менеджер, выходи. Неплохая карта. И можем с тобой поставить сундук, но я думаю, что он его, наверное, уничтожит. Поэтому пока я не буду его выставлять. Уничтожает зомби с самым низким здоровьем. А вот если бы я поставил сундук, он бы уничтожил его. Так что правильно я все сделал. Так, наносим первые два урона. А мы с вами тут получаем, да, по полной программе. Ага, смотри-ка, можем с тобой позвать вот этого вот пирата. Так, неужели... Да. Сразу уничтожил, а? Ну ты посмотри, у него на все есть, ребята, ответ. Наносит бонусную атаку. Слушай, я думаю, пока этого не стоит делать. Так, разбили с тобой Бонг Чуя. Как бы нам теперь вот этого ханурика? А если мы поставим с тобой, предположим, сундук? Ну вот сюда, да? И вот этого. Так, давай мне карту. Отлично. И сюда же я поставлю зомби с кровожадностью. Так, 2-4, да, становится? Так, и вытягиваю две карты. Началось, короче, вот это вот вытягивание карт. Так, а этот же парень у нас, по-моему, должен апаться, насколько я помню, при появлении зомби из надгробия. Ага, шикарно. Так, 3 в лицо. Что теперь? Что нам сделать теперь, а? Слушай, мы можем с тобой просто пропустить ход. Или же... Так, проводит бонусную атаку, если любой другой зомби или Арсений проводит бонусную атаку. Но у меня нету. Хотя, если мы его поставим, сделаем, например, бонусную атаку. Как вариант. Давай попробуем. Так, у нас как раз есть две энергии. Смотрим, что он будет делать. О, это ты зря, парнишка, сюда этого влепил. Так, значит, бонус на атаку, говоришь, да? Ну, давай сделаем, например, вот так вот. Иди отсюда. Нормуль? Я думаю, что хорошо получилось. Сейчас сработает защита. Угу. И что там у него? Все зомби минус один, минус один. То есть, вот этого уничтожают нам, да? Итого 8 хп остается у зубостезилы. Так, мы можем с тобой вызвать вот этого чудика сюда. Ага, ага. Так, вытягивает еще две карты. Слушай, у нас мало времени, нам нужно как можно быстрее. Иначе сейчас она тут наберет себе карт целую кучу. И будет нам с тобой худо. Ну что, уничтожаем, да? Вот этого. Плюс производим с тобой бонусную атаку. Можно было бы, конечно, и этот взять. Беспилотник. Но в любом случае тут крышка ему. Смотри, мы уничтожаем с тобой капусту. Выстрел и добиваем. Все. Зубостезила отдуплилась. Ну и мы с тобой переходим, естественно, на следующий бой. И мне хотелось бы узнать, кто там будет. Какой противник против нас.
Будем пока играть за супермозга. Ага, травяной кулак. Ё-моё, этот псих. Ну, вы понимаете, почему я его так называю, да? Так, ну ладно, мы с тобой, наверное, вот это вот оставим, да? Вот эту девочку заменим. Так, и здесь. Да ёпрсоте. Немножко не то, что я хотел. Ладно, пропустим ход. Что он там сейчас будет? Тоже не стал ничего делать. Слушай, ну, с одной стороны, это выгодно мне. Так, значит, сейчас выставляем с тобой сундук плюс вот этого, да? Сделаем именно таким вот образом. Получим с тобой легендарную карту. Ага. Приспешник заморозка, или как его там? Ну, короче, чувак, который любит замораживать, и это очень классно. Так, дальше, о, выставляем с тобой, наверное, вот этого паренька. Вытягиваем карту при всем при этом. Замечательно. Че, будет психовать или нет? В принципе, ему невыгодно. Наносит бонус на атаку, ты прикинь? Вот жулик. Так, и плюс этого сделал. Еще три в лицо. Да, наверное, тут надо было брать разгрома. Наверное. Так, усы. А что, если я сделаю... Что, если я сделаю вот так? Блин, подожди, нет, лучше все-таки вот так вот сделать. Посмотрим, что он там придумает. Конечно же, капусту. Орех! Так, заморозка растения. Какого будем замораживать? Наверное, вон того. Да? Опачки, по-моему, этому ореху не сдобровать. Нормуль. Так, что нам тут выпадает? Добор двух карт. Конечно же, применяем. О, солидно. Солидно нам выпало. Я больше уверен, что этого зомби он будет бомбить. Мы с тобой сделаем, знаешь, как... Вот сюда поставим вот этого зомби. И смотрим, что он сейчас будет предпринимать. Поставил мину сюда. Но это его не спасет. Ну что, мы получим два урона, да? Это ерунда на самом деле. Так, минус капуста. Напрягает меня сейчас вот эта вот фасоль. Напрягает меня эта фасоль. У меня нету никого, да, на воде. Поэтому, слушай... А если вот так вот сделаем? У нас есть усы. Если что, мы сможем заморозить любого, кого он сейчас вызовет. Ха, он вызывает орех. Гриб. Вот даже как ты сделал, а? Ты посмотри на него. Проводим с тобой бонусную атаку, наверное, да? Или как нам лучше сделать-то? Или нам лучше на один дороже мы тянем карту. Фу, я даже не знаю, как тут лучше сделать. Заморозить нам капусту или лучше орех? Я, наверное, сделаю вот так вот. Капусту заморожу. И начинаем бомбить. О, минус орех. Так, что у него там? А, неуязвимость, да? Ну, гаденыш, а. Все равно не убил. Блин, у нас с тобой блок не копится, это меня раздражает. Потому что вот здесь вот этот ханорик стоит. Так, я никого не могу поставить, потому что у меня все ячейки забиты. Оу-оу-оу-оу-оу, вызвал, вызвал. Парень, иди отсюда. Так, мы с тобой можем нанести бонусную атаку. Бонусную атаку. Поехали. Давай уничтожим с тобой капусту эту. Так, превращает случайно в зомби, да? Давай вот этого превратим, потому что толку никакого от него здесь нету. Вот, хотя бы киборга. Уже плюсик какой-то есть. Так, друзья мои, остается у него 2 хп. Блок сейчас сработает, к сожалению. К сожалению, у него сработает блок. И, наверное, истерика, как всегда, у него будет. О, это что за зомби? Хе-хе, я такого не видел ни разу, друзья. Вытягивает 2 карты. И еще в лицо получаем. Все, ребята, ему крышка. С чего я это взял, да? Ну, потому что нам выпала с тобой бонусная атака. Я сомневаюсь, что у него есть карта, которая сможет уничтожить всех моих зомби, которые здесь находятся. Ну, а бонусную атаку ты, как понимаешь, мы сделаем на изи.
Даже хотя бы хоть этого кактуса, хоть этот стручок, любого можем уничтожить с тобой. Такой наивный прям, я не знаю, ребят. Такой наивный, да? В принципе, знаешь что, вот так вот мы с тобой сделаем. Бамс. Ой, 4 в лицо, что-то я не то сделал, друзья мои. Что-то я не то сделал. Ё-моё, ну получал-то здесь. Так, перемещение зомби плюс 1. Ну вот, смотри, что мы с тобой сейчас сделаем. Все. Первый удар ему крышка. Да, с кактусом я, конечно, немножко лопухнулся. Я забыл, что он атакует, когда погибает. Ну что, ребятушки, мы прошли все-таки этого Бонг-Чоя. Не скажу, что сложно, но было интересно. А сейчас главное, что опять будет зубостизила. И я думаю, что будут какие-то условия. Она же как, первый бой просто, второй с каким-то определенным... Вот, видишь? Вот именно про это я тебе говорил. Уже стоит силач там. Уже стоит силач и ждет. За каждую вытянутую карту, да? Зубостизила начинает игру с мускулистым ростком и плюс 5 единиц здоровья. Для зомби это не очень радостный факт, особенно для меня. Сейчас любое растение, которое он посадит, да? Этот чудик будет... сильнее. А он будет это делать. Твою налево. Ты смотри, что он. Что он. Гад. Ну, гад, а. Бамс, 3 в лицо. Ай-яй-яй. Так, пирата я не могу пока поставить. Это тоже, я думаю, не стоит. Будем призывать с тобой. Ну, хотя бы так. Обменяемся. Не будет он тут прокачиваться. То есть уже есть в этом плюс. Я уже забыл, какие там у него карты. Так, у нас есть заморозка. Я выставлю, наверное, вот этого профессора, чтобы мы с тобой могли получать дополнительные карты. Ах ты, смотри, у него это мускулистые ростки везде. Поехали. Опять мы с тобой 3 в лицо получаем. Так, а мы тянем карты. Нам выпала обезьяна. Нам с тобой выпала обезьяна. А если я сделаю... вот таким образом. Упс. Упс. 6 в лицо. Ой, как не хотелось бы, ребята, получить. Это неизбежно. Что мне с ним сделать, а? Как-то не айс вы выпали, ребятушки. Как-то не айс. Придется замораживать. Придется нам этого чудика заморозить. Угу. Вот он сейчас будет люто здесь, конечно, вытворять чудеса на виражах. Так, а если я, например, поставлю вот эту карту, да? И вот так. Что нам выпадет? Кстати, неплохая карта, очень неплохая. Поехали. Но нам все равно 4 в лицо, ребята. Оу, даже нет. По-моему, нас вообще сейчас разберут. Так, срочно заморозку делаем. Или же... нет, да, заморозку нам придется с тобой сделать. Так, варвар. Мы можем нанести бонусную атаку ему. Вот этим, что ли, сделать бонусную атаку. Ну, давай вот так вот сделаем с тобой. Это сейчас 2 в лицо, и потом уже при обычной атаке тоже 2 в лицо. Поехали. Фу. А что это он отошел-то, отозрел-то, ё-моё. Так, вытягивает 2 карты. Блин, зубы слезила, ты достала вытягивать свои карты. 7-3 становится. А мы вытягиваем с тобой гробовщика. 8-4, блин, ну это люто. Это слишком круто, я считаю. 8-4. Так, шкала блога. Понятно, обнуляется шкала блока. Это все ясно. Если растение уничтожает, вы тянете карту. Да, мы тянем карту. Ну, я не знаю, ребят, давайте вот так вот попробуем, что ли. Глупо, мне кажется, да? Потому что здесь может оказаться любой. Вот именно здесь. Не обязательно гробовщик. Ну, все, приплыли. Друзья мои, мы с вами приплыли. Как он меня достал своими вот этими вот, блин... банановыми драконами. Вот серьезно тебе говорю. Все, нам
крышка сейчас будет. Ну, блок, это понятно. 6 в лицо. Остается всего лишь 2 хп. Нету ни медика, никого. Как хочешь, так и воюй, а. 5-5 стал. Здоровский. Весело живем, друзья мои. Весело живем. Так, поставить, если этого сюда. Нет. Не вариант, лучше вот этого, наверное. Ну, я не знаю, что тут будет. Ага. Восстанавливает себе здоровье. Забастезила, забоялась. Испугалась. Тут тупо обмен пойдет сейчас. Так, ну, по крайней мере, этого уничтожили. С 2 единицами здоровья, конечно, это слишком круто. Так, я могу, значит, сделать следующее. Поставим этого. Хоть менеджера вызывай, я просто не знаю. Давай вот так, наверное, сделаем с тобой. Опа-на, бесенок, он же на воде, по-моему, может. Да, он может на воде стоять. Ну и что? У нас с тобой такие монстры, конечно, сильные. Ё-моё, по 1 единице здоровья. Трындец, все, что ли, приплыли? Уничтожает зомби на земле. Ну да, друзья мои, тут фейл. Этого-то уничтожим, а вот здесь нам, к сожалению, не повезет. Последний удар. Да, он меня ушатал чисто вот этими вот банановыми драконами. 3 штуки у него как минимум в колоде были. Еще разок попробуем сыграть за супермозга. Если не получится, будем играть либо за разгрома, либо за замеха. Так, ну вот этого, наверное, заменим. Поехали. Единственное, что у меня нету первого хода, и я получу 3 в лицо. Причем сразу. Бамс. Как это неприятно, а. Блин, у меня только вот такой вот есть вариант. Вызвать зомби-менеджера. Ну, дают сундук, хоть в этом плюс. Что? Слушай, мне напоминает это прошлую игру. Вот серьезно тебе говорю, сейчас опять 3 в лицо. Что теперь нам делать, а? Вызывать вот этого зомби. Что он там у нас при появлении... Ага. При появлении зомби наносит бонусную атаку. Давай, бомби. Отлично. Так. Еще 2 в лицо. Ну, уже поинтереснее. Так, давай, наверное, поставим вот этого сюда. Ай-яй-яй, надо было немножко по-другому сделать. Надо было сундук поставить. Смотри, что творит. Вот тварина, а. Ну, жук, а. 6 в лицо. Наносит бонусную атаку. Пу-пу-пу-пу-пу-пум. Ну, давай, давай, перемещаем сюда. На тебе. Так, дальше у нас... Дальше-то кого нам выставить? Слушай, если мы выставим сундук... Так, 4... Нет, нам надо вот так, наверное, сделать. И вот таким вот образом. Какую карту мы с тобой вытянем? Фараон. Если честно, это не лучший вариант. Он вытягивает 2 карты. То есть пока... Ага, ага. А ну что, мы с тобой можем сделать довольно легко. Вот сюда вот поставить кровожадность. Угу, усы. Слушай, или усы, или... Не, давай-ка, наверное, мы с тобой сделаем здесь вот так вот. Поставим усы, вытянем карту. Карта, тем более, неплохая. Поехали. Так, что нам там достается? Ага. Рикошет. Ну что, рикошет это тоже неплохо. Теперь надо подумать, как тут лучше сыграть. У нас 6 энергии. Я могу поставить
вот этого маленького сюда. Малютку, так скажем, да? Две единицы энергии нам бы, конечно, с тобой не помешало бы приберечь. Ладно, у нас все здесь, извините меня, с кровожадностью. Ему придется либо уничтожать, а он это и делает. Тратит при этом целый кабачок. Что-то он пожанулся, да? Так, что там у него выпадает? С низким уровнем здоровья уничтожает зомби. Я знаю, что ему не нравятся мои вот эти вот зомбики, которые имеют кровожадность, потому что они любого могут уничтожить с одного выстрела. Ты это прекрасно понимаешь. Поэтому он так вот начинает чудить. Так, ну как вариант я могу сделать что? Поставим сюда этого зомби. Так, и пожалуй-ка. Пожалуй-ка пока больше ничего. Ну, зубостезила. У тебя 17 хп, у меня 11 всего. Так, ну этого я могу убрать, в принципе, ребят. Но здесь будут дела похуже. Так, кого бы нам с тобой уничтожить, а? Давай подумаем. Здесь можем нанести бонус на атаку, плюс... Ну да, плюс убрать его. Так, пожалуй, мы с тобой и поступим. В плане, джентльмен, ты давай делай атаку бонусную. А вот этого мы... Слушай, или все-таки оставить его? Нет, все-таки я лучше уберу. Поехали. Так. Ну, почти по здоровью сравнялись. Так, вот тут уже интересненько. Мы можем влепить... Твою ж налево. Фараона, что ли? Нет, вот этого, наверное, я сюда поставлю. Три энергии, три энергии. Что мы с тобой можем... Блин, или вот этого влепить все-таки? С прочерком. Давай с прочерком, наверное, поставим. Сейчас поставит, наверное, свою супер-пупер, эту зубостезилу, которая может уничтожить любого. И поставит он ее, наверное, вот по этому рядку. Нет. Уничтожает зомби на земле. Ах ты, гаденыш, а? Ну ты посмотри. То есть три в лицо нам придется получить с тобой. Так, что там ты? Вытягиваешь двигатель. Да ты запарил. Сколько у тебя там этих карт уже? Хоть соли их, на самом деле. Так, три в лицо. Что же, на что же и как нам быть? Так, шкала блока обнуляется при нанесении урона герою растений. Да, это понятно, это понятно. А если я сделаю ее вот так? И плюс отбрасывает растение. Давай-ка мы с тобой и отбросим. А вот этого силача. Все. Смотрим, ребята. Что он там будет сейчас выставлять? Ага. Ну что я тебе могу сказать? Этого уничтожаем, этого уничтожаем. Он получает 5 в лицо. Правда, у него опять блок сработает. Но последний на этот раз. Последний блок у него сработает. Хотя нет, блок сработал, к сожалению. Так, вот теперь самое интересное. Давай, наверное, поставим с тобой вот этого фараона сюда. Ну и хорош пока. Что ты будешь делать, а? Зубостезила. Зря, зря ты поставил сюда. Или у тебя есть чем уничтожить? Ой-ой-ой-ой, это плохо. Да хорош, прокачивает этого хмыря. Зачем? Он уже все равно погибнет. Так, мы с тобой можем вот эту вот, в принципе, дорожку применить сюда. Вот таким вот образом. Поехали. Так, этого уничтожаем, у нас тут появляется новый зомби. И это... О, неплохой, кстати, зомбик. Так, этого мы уничтожили. Срабатывает блок. Восстанавливает себе 4 единицы здоровья, это 8 хп у него получается, да? Но блока нету. То есть по этому поводу можно уже не переживать.
Так, ну а теперь я думаю, что нам вот так вот нужно с тобой сделать, чтобы у всех восстановилось здоровье, да, друзья мои, вы понимаете. То есть фараон с полным хп будет. Теперь смотрим, что он тут придумает. Интересно, кто у нас тут стоит, а? Так, с прочерком, замечательно. Так, вот гробовщик. Так, с безумием. Мы получаем с тобой две энергии. Блин, а вот здесь, конечно, плохо. Вот здесь вот плохо. Так, ну что? Все, ему крышка, ребята. Все-таки надурил я зубастизилу. Да, гробовщик, конечно, сделал свое дело. Прикольно. Он, когда закапывает всех, у них при появлении все обнуляется. Если будет карта, которая, например, вытягивает какую-то карту при появлении, то эти все бонусы срабатывают заново. Ну что, у нас с вами... Кто здесь будет? Я не знаю. О, зеленая тень, роднулька моя. Как же я по тебе соскучился, зеленая тень, а? На самом деле, нифига я по ней не соскучился. Это я так... шуткую. Так, я не знаю, ребята, какие-то карты. Ну вот это вообще ни к селу, ни к городу. Ладно, поехали. Первый ход хотя бы есть. Ага, выставляем сюда сразу же. 3-2. Поехали. Так, а вот это интересно уже. У него какая-то супер колода, да? Где он должен нанести как можно больше урона. Потому что он бы не постеснялся бы, ребята. Точнее, постеснялся бы бить прямо в лицо. Ах ты, все, все, все. Все, блин, я прекрасно понял, что нас тут поджидает. А мне и сделать нечего, прикинь. Как бы мне эту мяту-то уничтожить? Блин, я не знаю, ребята. Так, тут у нас плюс один к атаке. Есть, есть один варик. Есть, ребята, один вариантик у нас. Сейчас мы эту мяту уберем. Сейчас мы эту мяточку с тобой уберем. Давай. Вот так. Фух. Так, нормуль. Значит, тут у нас силач-качок. Ну, ребят, я не знаю, здесь хотя бы нам... ну, просто удержать позицию. Да чтоб тебя! Две карты берет. И это еще... да. Поставим сюда, наверное, вот эту вот дорожку с тобой. Стручок уничтожаем. Конечно, он уничтожает мне моего зомбика. А здесь немножко будет похуже дело. Так, 5 хп. Ну, если я, предположим, вот так вот сделаю. Сундук, 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 сундук. И пока не будем его трогать. Растение наносит бонусную атаку. То есть уничтожает мне, да? Еще и прокачивается. Господи. Так, ну у нас с тобой защита сработает. Так, это я ставлю. Блин, мне просто с картами не повезло. Ну посмотри, очень сильные карты мне даны в данный момент. При появлении перемещает зомби. Ну это понятно, что он будет его перемещать. Давай хотя бы так сделаем. Больше нечего поставить, вот не поверишь. Больше просто нечего поставить. Стручки свои тут влепляет. Оу! Твою же налево, а. Че, мой фокус не сработает, да, получается? Тут 2 и тут 8. Все, фейл, друзья мои. Ну, на самом деле, это все из-за того, что были паршивые карты изначально. Я ничего не мог поставить. Плюс целая куча заклинаний. Переигрываем, короче. Все равно я ведь завалю эту зеленую тень. Ничего у нее не получится. Дайте только мне нормальные карты. Первый, второй, третий ход. Ну, вот опять они за свое. Нафиг мне вот это нужно сейчас? Одно не легче другого, а? Ну, вы серьезно, что ли, блин? Надавали, ну ты посмотри, а. Ну давай, как обычно. Этого сейчас он уничтожит. Хотя он в лицо, наверное, сейчас будет бомбить своим суперударом. А, рикошет делает. Не пожалел на рикошет, ребята. Целое заклинание. Так, у него там, значит, целая куча силачей.
Не стоит об этом забывать. А, мята, конечно же. Нет, мятушка, ты уж извини, но здесь тебе не рады. Как-нибудь без тебя сегодня будем играть. Так, нам дали обезьяну. Обнуление, значит, шкалы блока, да? Ну вот, начинается силач. Все дела. Так, 6 в лицо. Слушай, неплохо, кстати, да? Как бы мне силача-то законтрить, а? Как? Пока никак. Нет. Ой, зомби-астронавта. Ну да, и сделаем с тобой бонусную атаку. Другого, ребят, варианта просто нету. Или мы получим с тобой столько по мордялям, что нам не поздоровится. А так просто обмен. Этот, если еще подрастет на одну единицу здоровья, мы сможем его уничтожить. Ага, сможем его уничтожить, конечно. Так, мы с тобой тогда выставляли вот этого беспилотника, точнее вертолетик, и он как-то его уничтожил. Он его как-то уничтожил, чем только, я не могу вспомнить. Хорошо, мы с тобой вот так вот сделаем. Давай, закапывай ребят здесь. Гробовщик. Так, смотрим. Угу. Вызвал тоже мне. Так, этот 5-4. Так, хорошо. Шкалу обнуляем. Обнулили. Это фиговенько. А здесь гробовщик. Ну, по крайней мере, мы здесь уничтожим. Тут не добьем маленечко, но это вопрос времени. В плане... Какого, блин, фига, блин, у него шкала так наполнилась быстро. Вы что, издеваетесь, что ли, блин, а? Блок, блок, блок. Есть. Так, вытягиваем с собой две карты. Карты неплохие, кстати. Карты неплохие. Мы с тобой возьмем сюда, наверное, поставим прочерк. Этого можем уничтожить заклинанием, да? Давай-ка вот так сделаю. И вот так. Посмотрим. Ага, давай-давай. Растение получает 3-3. Ну, тебе хана, парень. Ты же в курсе, нет? 9-8. Ты спросишь, почему я уничтожаю именно этого? Потому что этот зомби в любом случае погибнет, но он заберет с собой вот этого ханорика. Поэтому я так и сделал. Так. Ну что же. Хорошая карта нам выпала. Давай поставим с тобой, наверное, прочерк здесь, да? И... да вот этого вот. Трубочиста. Так, пошли, пошли водяные, да? А растение получает плюс 3, плюс 3. Это жестко. Так, а он получит 4 в лицо. Блок сработает или нет, как думаешь? Мне кажется, сработает блок. Угу. А растение получает плюс 2, плюс 2. А вот это ты зря, парень, делаешь. Все, друзья мои. Я же говорил, зеленую тень сможем победить. Когда карты в руках есть, так любая игра мила. Так, ну что, я предлагаю, наверное, попить маленечко кофейку, да, друзья мои, и приготовиться к последней драке с зубостизилой. Так что увидимся через миллисекунду. Ну что, друзья мои, продолжаем с вами играть, и у нас босс зубостизила. Сейчас, наверное, еще больше привилегий дадут для нее. Вау! Так, вытяните карты. Ну вот эту, наверное, поменяем. Эх, не лучший вариант. Мне не нравятся вот эти подсолнухи. Очень. Ну ты смотри, как он делает. Ой, а у нас всего лишь бесенок. Зубостизила начинает игру с двумя подсолнухами и железным подсолнухом. Зато вам дан токсичный бесенок. Моя щедрость не знает границ. Молодец, конечно, зомбос. Был бы толк от этого. Ну зачем? Вау, слушай, а что он тут мутит, а?
Что он хочет здесь сделать? Какая у него стратегия? Набрать как можно больше энергии, да? Ну ты прикинь, сейчас он будет тут вычуливать. Здесь по любасику нужно играть супермозгом. С его вот этими картами, которые имеют кровожадность. О-хо-хо-хо-хо. Ну давай, я рискую, друзья мои. Я знаю, что он может его уничтожить с полтычка. Он, наверное, так и сделает. Опа. И он еще и добор делает. Друзья мои, тут, по-моему, крышка нам. Тебе так не кажется? Так, три в лицо, блок срабатывает. Слушай-ка, а мы можем с тобой, знаешь, что сделать? Вот так вот. Мы уничтожим с тобой подсолнух, да, и уничтожим вот этого хорька. Но все равно 6 в лицо нам, наверное, прилетит. Хотя, сейчас посмотрим. Так, что мы с тобой можем здесь поставить? Ну, можем так сделать. Да, и, ну, вот так. Конечно, это не очень хорошо. Но, конечно же, у него есть силач. У него есть силач. Так, бедный зомби. Попрощаемся с ним. И три в лицо получим. Только в путь. Где мои все карты с этим? С кровожадностью. Куда они все подевались? Поставить вот этого. Или же... Так, раз. Блин. Если он будет выставлять... А если он не будет выставлять сюда, например, кого-нибудь? Мне тогда не получится уничтожить его, да? Пропустим ход. Опачки. Смотри, что он сделал. Видишь, какой он засранец. Нанести бонусную атаку. Или же поставить нам... У него сколько? 2-3. 2-3. Ну ладно, была не была. Все равно лучше ничего не придумать. По крайней мере, он будет получать меньше энергии. Да какого фига вы мне даете какую-то чушь, а? Они мне дают просто ерунду. Как сделать-то лучше? Ну, предположим, я поставлю сюда и вот сюда. Кого он сейчас? Понятно. Ну, ну это жесть. Это жесть. А у меня только один вариант, друзья. У меня даже, видишь, заклинаний-то нормальных не было. Нет, конечно, одно было хорошее, когда я уничтожил вот эту пакость. Но сейчас он всех побьет. Он всех побьет еще и... Да. Теперь вопрос, как мне драться против вот этого гаденыша? Как? Если только выставлять эту карту и прикрываться сундуком. Все, тут трындец. Ты посмотри. Ну ты посмотри, что он тут сделал. Кровожадность. Я на сундук-то могу поставить? Могу. А толку-то мне от этого? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, уничтожает зомбика этого мелкого. Ну и что? Хотя если... Да мы сейчас поставим, да, даже если я, ребята... Сделаю двойной удар. Да это не спасет меня. Это меня не спасет. Сейчас он любого выставит куда-нибудь и все. Вот и вся песенка, ребята. Молодец. У него, конечно, привилегии. Просто жесть. Ну ты сам понимаешь, почему, да?
Офигеть, у него тут и это, плюс у него изначально идет офигенный добор. Ну давай, тогда мы с тобой немножко изменим ему колоду. Нам бы побольше здесь, наверное, взять с тобой, знаешь что? Двойных атак. Ну что, у нас вот это вот, например, лишняя карта получается. Это как бы тоже не нужна. Вот этот гробовщик тоже, в принципе, не нужен здесь. Давай смотреть. Давай с тобой наблюдать. У нас двойных атак с тобой 3 штуки. В принципе, это вот более чем достаточно. Вот этих зомбарей, конечно, бы не помешало взять побольше. Сколько у нас их? Тоже 3, пока достаточно. У нас с тобой есть рикошет 1. Так, вот этих вот карт нам, наверное, не надо. Слишком много. Можно даже вообще убрать их, да? Уберем. Ну и что у нас остается? Остается у нас какая-то ерунда. Как быть-то? Как нам с тобой сделать? Блин, просто ума не приложу. Ладно, возьмем этого зомби. 4 штуки. Перебор, конечно, но что сделаешь. Слушай, а может быть за разгрома сыграем? Как тебе такой вариант? Просто взять и сыграть за нашего любимого разгрома. Я просто не вижу тут никаких вариантов, ребят. Ну, серьезно говорю. Атаки, двойные рикошеты. Все как бы хорошо, но недостаточно. Недостаточно. Ладно, короче, сыграем с тобой еще одну партию. И сыграем еще одну партию. Если не зайдет, ну все. Придется нам с тобой сыграть за другого. Так, ну вот это вот однозначно сразу убираем. Ну ты посмотри, что дают, а. Первый ход мне нужен, но они мне его не дают. Тут заморозка, в принципе, все как бы хорошо, все отлично. Но первого хода нету, и мы с тобой получим в лучшем случае 3 в лицо. Если он сейчас еще кого-нибудь поставит, а он поставит, потому что ему сразу идет добор энергии. Да знаю я условия, не надо мне повторять. И вот этот, ну вот что мне толку от этого ханорика, который здесь танцует? Ну вот объясни. Мы получаем сейчас 6 в лицо, как с куста. Щедрость этого зомбоса просто действительно, ну, не знает предела, да? Ну, посмотри, сколько он хапает, а? Давай с тобой попробуем так. Уничтожит же он его мне, да? Ты жук. Все-то у тебя, гад, есть. Он мне даже не сдал уничтожить их. Ты понимаешь, да? Ну и что? Перемещаем. Бонусную атаку наносим. Давай вот сюда, наверное, с тобой переместим. Уничтожаем подсолнух. Потом этого тоже хорька мы с тобой завалим. Так, давай, бомби по нему. Подожди. Бомби по нему. Какой там? Не, друзья мои, тут труба какая-то. Смотри, что он творит, а. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, мы можем с тобой уничтожить подсолнуха, можем заморозить вот этого гаврика. Предлагаю сделать вот так вот. Без атаки, да? Все тихо, мирно прошло. Оп, хоп. Да, нахапал-то. От души, конечно, ты набрал себе тут карт. От души. Опачки, он взял и тыкву влепил сюда. И что ты прикажешь мне делать? Ничего, 6 в лицо получить. Блин, помнишь, у нас... Ага, бесята. Ну, хотя бы так. Хоть какая-то от этого польза. Так, ну что, мы с тобой можем сделать... А давай вот так вот. А чё я радуюсь? Он же сейчас может влепить свою супер зубостезилу.
Верно? А он так и сделает. Нет, он вызвал подсолнух. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Лучше бы ты вот сюда, гробовщик, бы встал. Было бы намного лучше. Намного лучше, намного эффективнее. Ага. Ну, если я поставлю вот так. Кто там у тебя сейчас? Во, ага, ну это ерунда, ребят. Здесь можно прикрыться, в принципе, да? Вот таким вот образом. Ну, три в лицо-то все равно получим. Вот от этого вот паршивого подсолнуха. А у него 8 здоровья, а у нас 1 единичка. Угу. Тут особо сильно не разгуляешься. Ну, давай. О-хо-хо-хо, уничтожает зомби. Вот и все, вот наша песенка испета. Друзья мои. Еще и вот так делает. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну что, превращает в случайного зомби. Ну давай. Оу, кстати. Кстати, смотри, что мы с тобой можем сделать. Вот таким вот образом. Поехали. Не надо только. А, ну ладно. Ой, просто на грани мы с тобой играем. У нас 1 хп. А у него всего 2 единички здоровья остается. Так, вот эти 2 энергии мы с тобой оставляем. Смотри, что я хочу попробовать сделать. Так, 1 и 6, да. Ставлю зомби сюда. И ставлю зомби сюда. Оставляю специально здесь бонусную атаку, ребят. Специально. Смотри, сейчас он все здесь заблокирует. Все, у него ничего не получилось. Ребята, мы выигрываем здесь. Пока, Аркаша. Достал ты меня сегодня. Да, немножко пришлось попыхтеть, но, как видишь, все удачно получилось. Оу, и мы разбомбили зубастизилу. Да. И у нас на вулкане не до отдыха. В следующей серии мы будем с вами драться против капитана Огонька. Ну что, друзья мои, надеюсь, вам эта серия понравилась. Мне так лично очень сегодня было и напряжно, и прикольно. В общем, все в нашем ритме. Ну а на этом буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.